Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов указом главы государства награжден орденом почета. Высокую награду Рашид Борисбиевичу вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Указ о награждении был подписан 18 ноября 2021 года за вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом почета Рашида Тимрезова, главу Карачаево-Черкесской республики, говорится в документе. Сегодня прошло последнее в этом году пленарное заседание Народного собрания Карачаево-Черкесии под председательством спикера Александра Иванова. Парламентарии рассмотрели ряд вопросов. В третьем и окончательном чтении принят проект закона Карачаево-Черкесии о республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Как и в предыдущие годы, он имеет ярко выраженную социальную направленность. Также в двух чтениях одобрен проект закона Карачаево-Черкесии об отдельных вопросах в сфере защиты и поощрения капиталовложений в республике, в котором определены меры государственной поддержки инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Прекрасная возможность для обучения и реализации различных социальных проектов. В Министерстве по делам молодежи Карачаево-Черкесии проводится курс лекций по социальному проектированию, что позволит волонтерам республики реализовывать свои креативные идеи и получить необходимые знания. Подробнее об образовательной программе для добровольцев расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Данные образовательные курсы позволят добровольцам республики узнать особенности социального проектирования и о том, как нужно грамотно оформить свой проект. Из-за ситуации с пандемией все эти образовательные мероприятия проходят в онлайн-режиме. Как отмечает представитель Министерства по делам молодежи Карачаево-Черкесии, все эти онлайн-лекции – это еще одна ступень для развития добровольчества в республике. Тот курс образовательных мероприятий, о котором мы с вами сказали, он включает в себя раскрытие таких вопросов, как социальное проектирование, проектирование в социальном предпринимательстве, значит, правильная постановка количественных показателей, качественных показателей, правильная проработка детализированной сметы расходов при реализации проекта, правильная проработка подготовки комплекта документов, направленных на привлечение средств материальных, нематериальных, направленных на реализацию проекта. Эти знания сегодня необходимы, так как многие совершают ошибки при оформлении своих проектов, отмечают эксперты. Социальное предпринимательство является новым направлением, в котором каждый из добровольцев сможет реализовать свои креативные идеи. В рамках сегодняшнего мероприятия я буду освещать тему социального предпринимательства, а именно историю становления социального предпринимательства, меры поддержки, закон, который недавно относительно принят о субъектах малого и среднего предпринимательства, которые можно признать как социальными предпринимателями. И в принципе общую инфраструктуру, которая охватывает деятельность социальных предпринимателей. Для молодежи и не только для молодежи это поможет определить себя, относится ли он как субъект предпринимательской деятельности к социальному направлению в целях, чтобы получить те или иные поддержки, которые оказывает государство на сегодняшний день. Весь видеокурс будет записан, что позволит в различных интернет-ресурсах представителям добровольчества еще раз просмотреть и получить важную для себя информацию. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, «Вести», Карачаево-Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 32 050 человек. Из них 28 252 выздоровели, 472 человека госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 4 плюс 1, в горах до 9 градусов мороза, а днем до 9 тепла и местами минус 1 плюс 4. Ночью на дорогах местами гололедица. В Черкеске без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, а днем 7-9 градусов выше нуля. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими,
как мы есть, то, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Продолжаем выпуск. На базе КЧГУ имени Умара Алиева прошла конференция по вопросам организации доступности и дополнительных образовательных программ для детей. Форум организован в рамках внедрения целевой модели и реализуется за счет средств федеральной субсидии, полученной Республиканским центром дополнительного образования детей. О предложениях и решениях площадки педагогов в материале Ахмата Халкечева. Данную площадку организаторы выбрали не случайно, ведь КЧГУ имени Умара Алиева с первой половины прошедшего столетия готовит педагогические кадры практически по всем направлениям. Форум для обмена опытом и поиска новых идей по дополнительному образованию детей. В рамках встречи были семинары и весьма плодотворные обсуждения вопросов разработки новых программ, отмечают организаторы. Также участники единогласно сошлись во мнении, что дополнительное образование должно быть доступно для всех детей, независимо от того, в какой местности они проживают и в каких жизненных условиях оказались. Центры культуры, центры образования, науки должны взять на себя такую миссию, что ни в культуре, ни в образовании, ни в быте, ни в уюте село и город не должны различаться друг от друга. И система образования, качество образования. Вот для этого много внимания уделяется системе сельского образования. И мы, конечно же, готовы поддержать всеми своими ресурсами. Помимо обсуждений и обмена опытом, на площадке конференции педагоги могли представить и свои новые разработки по программам дополнительного образования. Естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, техническое и туристско-краеведческое. Детям я рассказываю о топографических знаках, какие карты бывают, географическая, топографическая карта. Детям это очень нравится. Пишем топографические диктанты. Мы изучаем туризм, элементы такие элементарные, учим узлы. У нас 15 видов узлов, которые они изучают, вяжут они с удовольствием. Это любят. Ставим палатки, стараемся участвовать в соревнованиях. Конкурс программ проводился с целью создания базы качественных программ дополнительного образования детей, отвечающих всем современным требованиям и условиям нашей нынешней реальности. Площадка продемонстрировала не только свою востребованность, но и весьма высокий уровень продуктивности. Все педагоги, принявшие участие в конкурсе дополнительных программ, показали заинтересованность и креативный подход к разработке. Победители и призеров отметили грамотами, ценными призами и грантами. Подобные мероприятия только положительно влияют на педагога дополнительного образования, потому что любой педагог работает творчески или не работает вообще. И такие мероприятия стимулируют работу творческих педагогов. Программ для участия в конкурсной части было довольно большое количество. Представлено множество разноуровневых, дистанционных и сетевых образовательных модулей, разработанных педагогами со всей республики по самым разным направлениям. В ближайшее время все новые идеи и предложения победителей и призеров конкурса будут внедряться в учреждениях дополнительного образования региона. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Исполнить заветную мечту, поддержать и подарить радость тем, кто этого очень ждет. Акция «Елка желаний» продолжает свое волшебство в преддверии Нового года и помогает исполнить самые заветные желания. Так более сотни детей получили свои новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Подробнее в репортаже Карчи Биджиева. «Елка желаний» – это новогоднее чудо для всех детей, и оно продолжает исполнять их мечты. Как говорится, если не верить в чудеса, то с тобой они не случаются. А значит что? Надо верить. Верить, и оно произойдет. Такое маленькое чудо пришло на порог Республиканского центра «Надежда». Ранее детишки писали свои пожелания о том, что хотели бы получить на Новый год, и их мечты сбылись. Машинки на пульте управления, конструкторы, куклы, электросамокаты и многое другое. Желание сотни детей исполнилось в один миг. Вот юная певица центра «Надежда» Ясмина заказала у Дедушки Мороза ролики. И новогодняя сказка стала реальностью. Но до лета еще далеко, и ролики она будет использовать в спортзале. Зимой нельзя кататься, но можно. У нас есть большой и красивый спортзал, и там я буду кататься. На роликах. С Новым годом всех, кто смотрит сейчас. Я вам желаю счастья, здоровья, чтобы у вас было все хорошо, чтобы ваши мечты исполнялись, и на Новый год у вас все было хорошо.
Амаль долгое время мечтал о телефоне, ведь с его помощью он сможет с легкостью делать домашнее задание, а в сетях интернет находить что-то новое и познавательное, а также дружить со сверстниками с разных уголков мира. Я хочу звонить родным, близким и смотреть новости в телефоне, например, заходить в YouTube и смотреть разные ролики. С Новым годом, и чтоб у вас было все хорошо. Улыбки детей на их прекрасных лицах без лишних слов показывают, как сильно они рады своим подаркам. Все эти чудеса не сбылись бы без поддержки представителей власти республики, которые присоединились к акции, где каждый исполнил одно или несколько желаний детишек. Хотелось выразить слова благодарности от детей, от администрации учреждения, главе республики, правительству республики, всем, кто принял участие в этой акции. Дети очень ждали. Раньше деткам очень много привозили подарков, сладких подарков. Но эти подарки, которые они хотели, наверное, им запомнятся больше всего, принесут им пользу и, наверное, больше радости будет и удовольствия. Все социальные учреждения, принимающие участие в акции «Елка желаний», получили заветные подарки. Дед Мороз и Снегурочка никого не упустили. Карча Биджиев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Мечты сбываются, особенно под Новый год. В этом убедились работники агрокомбината «Южный», которые в канун самого волшебного праздника получили ценные подарки за добросовестный труд на производстве. Среди них оказался и главный счастливчик уходящего года. Какое счастье ему привалило, узнавала Фатима Даурова. Агрокомбинат «Южный» провожает старый и встречает Новый год. Особо отличившихся работников ждут призы и подарки от руководства организации. Ну а вот эта красавица достанется тому, кому фортуна улыбнется шире. В актовом зале главный символ наступающего года – нарядная лесная красавица с традиционными новогодними подарками под ней. Главную функцию Деда Мороза взяла на себя руководство агрокомбината «Южный», который решило таким образом поздравить своих сотрудников с наступающим. Такое мероприятие в плане розыгрыша и автомобиля, и других ценных подарков, оно впервые, но мы рассчитываем, что в следующие годы мы также продолжим вот эту и сделаем это традицией доброй, да, чтобы как-то стимулировать наших работников, стимулировать овощеводов, другие службы на хорошую работу. Подводя черту под итогами уходящего года, председатель совета директоров агрокомбината «Южный» Аслан Каракотов поздравил собравшихся, поблагодарил аграриев за рекордное достижение и отметил, что благодаря трудолюбию и профессионализму каждого из них агрокомбинат становится сильнее и с каждым годом занимает прочные позиции в сельхозотрасли страны. От себя позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам в новом году самое главное здоровье, сейчас самая актуальная вещь. Естественно, счастье в семье, благополучие, ну, остальное вместе будем добывать. Наиболее отличившихся в производстве работников ждали ценные призы. Бытовая техника, современные гаджеты и, конечно же, главный приз – розыгрыш автомобиля. Невероятным счастливчиком, кому в эту минуту проявила благосклонность богиня Фортуна, оказалась овощевод из Ростовской области Анна Акопова. Заветные ключи от «Лады Гранты» нового образца, только сошедшие с конвейера, нашли свою хозяйку. Правда, сама она немного пребывала в шоке от навалившейся удачи. Не везло никогда, да. И вдруг я открываю, и я вижу там автомобиль. Это неожиданно, очень приятно. Хочется сказать всем большое спасибо. Вечер украсил выступление известных музыкальных коллективов и солистов республики, которые поддержали зрителям новогоднее волшебное настроение. Фатима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Сваты».